Перед зимовим сезоном інспекція з питань благоустрою нагадує дніпровським підприємцям про їхній обов'язок прибирати прилеглу територію торговельних об'єктів від снігу та бурульок. В інспекції зауважили, якщо будівля не перебуває на балансі міста, то саме власник об'єкту відповідальний за належний стан прилеглої території. За невиконання правил благоустрою – штрафи. Для фізичних осіб – від 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб – від 850 до 1700 гривен. У каждого вида деятельности есть какая-то своя территория обслуживания. То есть остановочные комплексы там 15 метров, киоски тимчасової споруды это 10 метров от крайней точки этой тимчасовой споруды и так далее, и так далее. Даже гаражи имеют обслуживаемую территорию на расстоянии 5 метров от гаража со всех сторон. При чистке снега с тротуаров запрещено сбрасывать снег на проезжую часть. Это очень часто практикуется в нашем городе, но это запрещено. Складировать снег в куче выше 1 метра в районе перекрестков. Делать валы со снега в районе пешеходных переходов и перекрестков. Вот. А также сбрасывать песчано-солевые смеси и соль на район тротуаров и пешеходных частей.